Привет, коллеги рыбаки. Сейчас я нахожусь на производстве лодок и хочу немного рассказать конкретно о модели Торнадо Аэро, которую мы делаем для своих аэроустановок. Вот, расскажу ее особенности, чем она отличается от обычных лодок, которые мы производим здесь же под подвесные моторы. Хочу немного рассказать отдельно о лодках, которые мы производим конкретно для аэроустановок Торнадо. Очень сильно отличаются конструктивно от обычных лодок под подвесной мотор. То есть эти лодки использовать под подвесной мотор нельзя. Наши конструкторы серьезно поработали над этой моделью. Продумали все моменты, все нюансы, чтобы она четко подходила под аэроустановку, четко подходила под ГОСТы. Во-первых, эти лодки у нас идут с плоским дном. Здесь четко ровное плоское дно, нет никаких килей, никаких выступов. То есть это нужно для того, чтобы мы могли прикрепить сюда чешую и была плоская ровная поверхность. Если здесь будет выступать даже какой-то малейший киль, лодка будет переваливаться, она ехать не будет. Вот, как я уже сказал, дно у нас идет плоское, оно идет вровень. Вот, чешуя у нас как бы ровная получается, поэтому эта лодка, она хорошо идет по любым, так скажем, покрытиям, вот, и ничего не мешает. Но какие особенности еще у наших лодок? Также сразу на производстве мы делаем усиление баллонов обязательно, вот, и усиление днища. Вот, каждую вот эту деталь надувного дна мы защищаем лентой. Это делаем обязательно. Для чего? Для того, чтобы при эксплуатации здесь будет закрыта чешуя, но под чешую попадает песок, камушки, ветки, снег, лед может попадать. Вот. И если мы это не делаем защиту, то между чешуей и тканью, попадая вот эти всякие мелочи, они будут стирать и обязательно где-то воздухосодержащий слой повредится и будет пропускать лодка. Поэтому мы это защищаем, и вы можете быть уверены, что ваша лодка будет служить и не будет сдуваться ни при каких условиях. Несмотря на то, что мы здесь делаем защиту чешую, как бы снизу продолжаем, но вот это вот, наверное, самое главное отличие от лодок с подвесным мотором, это вот это вот продолжение дна низкого давления. Вот. И когда вы будете по торосам, по каким-то камням, здесь уже точно ничего не залетит, ничто не сломает. У вас будет крепкое дно, и винт будет снизу защищен. Еще одна особенность серии лодок Аэро – это крепление для чешуи. Вот такая лента с электросами, очень надежная, то есть она у нас идет в несколько слоев. К ней крепим электросы и потом покрываем вот такой юбкой. Вот, делается это все, опять же, у нас на производстве. Все это проверяется, чтобы, не дай бог, потом при эксплуатации у вас нигде это что не отошло, не оторвало. Это все надежно, потому что сюда идет очень большая нагрузка на чешую. Когда вы по торосам едете, когда вы какие-то препятствия перемещаете, не дай бог, если эта лента где-то оторвется, ну, будет беда, по крайней мере. Лодка может выйти из строя и передвигаться дальше не будет возможности. Поэтому к монтажу этой, так скажем, детали мы относимся очень серьезно, проходят все эти проверки, чтобы, не дай бог, где-то не было брака. Еще особенность аэролодок в том, что они будут использоваться зимой и в минусовые температуры, и эти температуры бывают достаточно, так скажем, что низкие. Ну вот сам лично я вот этой зимой использовал аэролодку ниже 30 градусов. Она себя показала отлично, не было никаких повреждений, ПВХ не лопнуло, не треснуло, швы все выдержали. Это очень хороший показатель качества лодки.